На смену жарким дням вновь пришли пасмурные с дождями. Нестабильная, в основном дождливая погода и в прошлом месяце беспокоила жителей Тверской области. Из-за ливня и сильного ветра в отдельных районах Твери наблюдались нарушения в электроснабжении, поэтому многие тверичане были рады увидеть потепление в начале августа. И вот снова похолодание. Но удастся ли жителям Верхневолжья еще насладиться настоящим летним теплом? Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. Совсем недавно были жаркие выходные, а сегодня то и дело моросит дождь и тучи на небе. А ведь не все тверичане пока успели открыть купальный сезон. Но все же лето еще продолжается. Успеем ли мы насладиться хорошей погодой? 8 августа погода в Тверской области снова удивила горожан. Вся прошлая неделя была для тверичан чрезвычайно жаркой. Температура воздуха доходила до плюс 33 градусов в отдельных районах. К этому прибавилась высокая влажность. Также первая неделя августа в Твери сопровождалась отсутствием интенсивных осадков. Но уже 8 августа мы вновь видим температурное падение. А ведь многие только начали выбираться на природу, доставать палатки и мангалы. Какой погоды ожидать жителям Тверской области? И есть ли смысл собираться на отдых в наших краях в конце лета? Расскажет эксперт Тверского отделения гидромедцентра. Сегодня ночью у нас прошел один фронт, который принес нам прохладу небольшую, понижение температуры и дожди кратковременные. Похолодание мы не ожидаем, да, общее понижение температуры идет, но в отдельные дни, август еще не закончился, мы ждем, в общем-то, температуру около 25 градусов. Эксперты считают, что общий фон температуры в августе будет относительно стабилен. На ближайшую неделю амплитуда составит от 20 до 26 градусов, однако дожди станут активнее. Наиболее интенсивный дождь ожидается вечером 9 августа. В остальном, по прогнозу погоды, последний месяц лета обещает обойтись без похолоданий, а значит, тверичане еще успеют отправиться на природу в солнечный день.